Весной многие будут двигаться примерно так же, как коллектив «Умка». Все потому, что теплый сезон в нашем крае пройдет в стиле уличного городского танца. Красноярские коллективы готовятся к межрегиональному, внимание, друзья, чемпионату. Подробности узнаем у подвижной команды «Умка» сегодняшней. Днем они в нашей студии. Организатор соревнований, заместителю председателя Федерации стрит-дэнс-культуры края Павла Цыганенко. Доброе утро. Рада вас всех видеть. Огромное вам спасибо за танец замечательный, зажигательный. Мы засмотрелись, заслушались и затанцевали. Давайте сделаем два шага назад все вместе, чтобы мы все вместились в такой большой компании в эту нашу студию. Первый вопрос, наверное, Павел, к вам. У нас этот чемпионат называется «Алхимия». Да. Название более научное, чем, наверное, танцевальное. Мы как там будем танцевать, как молекулы? Или почему такое название? Ну, само по себе название «Алхимия» — это значит, что мы соединяем какие-то несоединимые элементы, а это значит, что у нас будут очень много разных стилей, много разных направлений. Хип-хоп, брейк-данс, локинг, паппинг, вайкинг. И все это будет проходить в разных возрастных категориях. От 6 лет до 30 у нас есть ребята, которые и в таком возрасте танцуют. Это, получается, далеко не детское мероприятие, это там... Оно и детское, и подростковое, и взрослое. То есть это крупный чемпионат уже, получается, у нас в Красноярске. Он заключительный именно от нашей организации. И на этот чемпионат приезжают со всех городов Сибири много людей. И такое крупное мероприятие достаточно получается. То есть, получается, там есть место и танцорам-одиночкам, и коллективам, в общем, всем, кто хочет себя показать. Да, то есть проявить себя приедут команды, будут показывать шоу-номера, командные батлы. И также себя могут проявить в сольных номинациях, показать, чему они научились за определенный какой-то период времени. Кто из известных танцоров будет судить вот апрельский чемпионат? Хороший вопрос. Это топовые чемпионы России и Европы, известные даже по всему миру. С Крыма приедут у нас ребята, с Симферополя, с Казани, с Москвы. То есть территория вообще, в принципе, которую мы будем занимать, она вся межроссийская, так скажем. По каким критериям будут отбирать победителей? Только ли по вот мастерству, может быть, не знаю, еще внешний вид, там, харизма, костюмы, идеи, да, артистизм. Ну, что касается, наверное, командных номинаций, то это естественно. То есть внешний вид, сама постановочка, сложность этой постановки. А сольные номинации – это все-таки музыкальность, техника, креатив, оригинальность, что-то такое, что будет выделять именно танцора из массы людей, которые у нас. Хочется поговорить с нашими детьми, у нас есть микрофон, задать кому-нибудь вопрос. Кому передать микрофон? Нам наш вопрос. За что вы любите стрит-дэнс? Я предлагаю так вот передать, вот, на ком остановится, тот и молодец. Уже пошла такая игра. Вот, отлично. Все, стоп, хорошо. За что любите этот вид спорта, за что любите танцы? Этот вид танца, да. Я люблю танцы, потому что я мечтала танцевать, когда была маленькая. Я обычно тоже хотела танцевать. Ну, когда я перешла в «Умку», тогда я узнала, что там танцуют, и начала танцевать. Мне нравится. А со скольки лет танцуешь? Я с 6. 6 лет. Здорово. А сейчас тебе сколько? 9. Ух ты, 3 года, отличный стаж уже в твоем возрасте. Соседка твоя тоже что-то хотела добавить? Нет? Я тоже в детстве хотела заниматься танцами, у меня мама танцевала. Я тоже хотела танцевать. Ну, и вот тоже, когда пришел в «Умку», ну, тоже захотел танцевать. Слушайте, ребята, вам удачи большой. Конечно же, отлично вам выступить на апрельском чемпионате. Давайте расскажем, где, когда вас можно будет посмотреть, по крайней мере, как зрителям, да, понаблюдать за и пожелать удачи, и поболеть за вас. Это 15-16 апреля. Будет все это проходить в центре ТРЦ, галерея «Енисей».
Вот, то есть удобное место расположения для всех, кто будет приезжать, кто будет посещать наши мероприятия, наши красноярцы. Вот, все это будет проходить с 10 до 9 вечера, эти два дня, суббота, воскресенье. А также пройдут мастер-классы от наших топовых танцоров, которые приедут судить мероприятие. И всю подробную информацию вы можете найти у нас в группе ВКонтакте. Поэтому все доступно, все есть, вся информация выложена. Звоните, пишите, кому интересно, мы всех ждем. И научим танцевать. И научим обязательно. Что хочу сказать, что мы очень горды за коллектив «Умка», мы очень горды вообще за наш город, за всю Сибирь, потому что у нас есть великий танцор, у нас есть хороший танцор, есть куда расти, есть куда развиваться, поэтому мы вас любим и желаю вам удачи. Ну вот, кстати, коллектив этот достаточно именитый, да. Много занимает места в России, в Европе, и знают их по всему миру. И наши телезрители, ребят, тоже знают, потому как не первый раз вы к нам в гости приходите. Замечательный танцевальный коллектив «Умка», а также заместитель председателя федерации стрит-данс-культуры края Павел Цыганенко были у нас сегодня в гостях. Огромное спасибо еще раз за танец и за интервью. Приходите еще.